9 декабря по решению Организации Объединенных Наций проводится Всемирный день борьбы с коррупцией. И в этот праздничный день я поздравляю всех сотрудников исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, муниципальных образований, кто занимается этим непростым направлением, кто причастен к данному празднику. Я желаю всем успехов на ниве просвещения и профилактики противодействия коррупции, потому что именно эти два направления как раз возложены на государственные органы Ульяновской области. И желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и с наступающим Новым годом!